Доброе утречко, 20 сентября, Рига, утро, сколько у нас сейчас, 10 часов, светит солнце, хотя сегодня прогноз должен был быть там облака и даже дождь, и я рада, что прогноз ошибся, поэтому выбираюсь на прогулку, меня пригласили сходить посмотреть, мы недавно с вами гуляли по Кукушкиной горке, я вам показывала хранилище, которое было построено от нашего музея зарубежного искусства, ну и не только, наверное, зарубежного, в общем, хранилище, где собраны все вот экспонаты, которые не в музее, и я считала, что там все закрыто и туда не пускают. Но сегодня подруга позвонила мне с утра и говорит, пошли сходим, вроде бы там в какие-то дни можно попасть внутрь и посмотреть, что там. Это, конечно, очень заманчиво, интересно. Единственное, я боюсь, что там не разрешат снимать. Но так или иначе, я хотя бы узнаю, можно ли туда попасть. Ну и потом, если что, погуляем. Сегодня у меня запланирована встреча со Светой, так что пускай это будет такое влоговое видео обо всем, как бы, что происходит сегодня в Риге, в моем районе, потому что в центре я не выбираюсь. И что ж, вперед. Среди всех этих солнечных бликов вы видите мышенцы, которая лежит на солнышке, греется. Сейчас надо ее вывести сначала, выгулить немножко. Она, конечно, с трудом ходит, но мы над этим работаем. Над ее весом. Ну, над возрастом, к сожалению, уже ничего не сделаешь. Как есть, так есть. Я сегодня вот опять брюки, белая майка и там какую-нибудь сверху. Безрукавку одену. 19 градусов, но ветра нету, но солнышко, надеюсь, не замерзну. Мышенца я. Не стой на месте, походи немножко. Вот так сегодня красиво на улице. Травка еще зеленая. Легкий ветерок, надо подумать, может быть, немножко теплее одеться. Итак, вот оно, музейное хранилище, мимо которого мы уже ходили. Я вам показывала красивое здание, недавно построенное. Ну, как недавно, вообще время летит, может, уже и лет 5 построенное. Якобы по средам, по крайней мере, сюда можно прийти и бесплатно посмотреть какую-то экспозицию. Ну, не все, конечно, само хранилище вряд ли покажет, но какая-то часть его, очевидно, открыта. Сейчас это и выясним. И можно ли там будет фотографировать или нет, тоже выясним. Но так или иначе, это какой-то способ интересно провести время. Когда-то это было в советское время территория военной части. Но сейчас это просто такой проходной двор, можно сказать. С одной стороны бывшие казармы, и здесь различные офисы. И вот это хранилище. Красивое здание, конечно. Очень интересное, современное такое, громадное. Уже выросли сады около него, то есть посажены тут клумбы, деревья. Надо будет спросить у подруги, когда его построили. Может быть, она помнит, потому что мне кажется, что ну, не так давно. А ты не помнишь, когда его построили, это здание? Ну, года 4 назад, наверное. Да? Кстати, уже как красиво все обросло. Это я как бы так примерно. Ну вот я тоже пыталась вспомнить, и не могу. Тут снаружи мы уже что-то видим и фотографируем. И здесь ходят тоже люди, фотографируют. Различные статуи. Можно ли зайти внутрь, пока еще не знаем. А подруга цветы фотографирует. Ее это очень интересует, потому что у нее есть свой хутор, и она там много чего выращивает. Что ты тут интересного нашла такого? Я пытаюсь сделать фотку, но у меня очень плохой, исцарапанный этот. Ты вот это хвойное фотографировала? Я могу для тебя его через. Через него? Если надо, что-то для тебя сфотографирую, перешлю тебе потом. Ну пойдем посмотрим. Просто хорошие фотки уже не получается. У меня камера вот наружу, видишь ли? Так, здесь у нас выставка есть. И есть скульптуры. Тоже, наверное, выставка. То есть вот это, очевидно, и можно посмотреть, скорее всего. Да, вот расписание. Среда, четверг, пятница с 11
до 19 и с 11 до 17. Вход бесплатный. Ну что ж, идем. Не самое удачное освещение, будет мигать лампы. Но зато мы можем посмотреть на фигуры. Разрешено снимать. Можно фотографировать. Нам предложили информацию, но можно и сосканировать. И тогда по этому коду найти всю информацию об этих скульптурах в интернете, что они из себя представляют. И информация на русском тоже предоставляется. То есть очень такое продумано все для всех. Еще такой звук птичек. Убираю тут постоянно, я смотрю, не успели пройти. Небольшая группа, уже сразу уборщицы работают. Все серьезно. В хранилище у нас скульптуры. Я в них не очень что-либо понимаю, но, судя по всему, достаточно старые. Конечно, было бы интересно, если бы около каждой скульптуры было краткое описание. Узнаются кое-какие греческие герои с отрубленными головами у своих ног. У нас воин. Сразу ощущаешь недостаток знаний в этой области. Греческие боги, богини. Ты читаешь информацию о них? Чуть-чуть почитала, но я не могу и в одном приложении, и в другом одновременно находиться. Угу. Посмотри, что вот это за богиня такая с каким-то золотым руном.
посмотреть. Ага. Я не могу. Я не можешь? Судя по всему, медуза Горгона. Змеи присутствуют. А вот это можно представить где-нибудь статую, стоящей в каком-нибудь английском саду среди зелени. Красивые формы, интересные работы. Но в этом, как и во всем, надо немножко разбираться и понимать. Тем не менее, прийти сюда на эту выставку рекомендую, потому что ничего подобного так в реальной жизни не увидишь. Мы еще сходим потом, там есть еще вторая выставка. То ли душит гусенка, то ли тащит куда-то. Идем на следующую выставку, но там, кажется, экскурсия, поэтому будем молчать. Такая очень необычная выставка вещей каких-то. И что будет? Я не знаю, где микрофон. Ну, расскажи, о чем там говорят. Там просто говорят, да? О чем-то. Там стихи читают. Стихи читают. Классно. Очень необычно все сделано. А, здесь на экране только плохо видно.
Очень много таких исторических различных документов. Предметы. Не совсем понятные, что они должны означать. Очевидно, тут надо одевать очки и все мелкие надписи читать. Необычная выставка. Такая противоположность тому, что мы видели перед этим. Здесь есть еще читальный зал, там много компьютеров. Мы заглянули, но я не знаю, кто имеет право туда заходить. Может быть, только те, кто специально там, группы какие-нибудь записаны. Спрошу подруги, она там пошла расспрашивать. Ну, вот такое вот. Куда пускают? Остальные места закрыты. Здесь исторический музей, но там сказали, туда нельзя. Что насчет читального зала? Ну, что сказали, туда вообще можно ходить в читальный зал? Можно, но там не такая схема. Да. Ты про что-то хочешь конкретно, да. И тебе достанут эту карточку, она сходит в архив, принесет тебе материалы, и ты, пожалуйста. Понятно, да. Отлично. Ну, по крайней мере, будем знать, что есть такая возможность про что-то узнать конкретное. Ну, да. Там уже поподробнее узнаешь. Угу. Ну, вот такая неожиданная для себя самой была прогулка. Мне кажется, очень интересно, что туда можно зайти, посмотреть. И, очевидно, выставки меняются. Поэтому просто надо запомнить расписание, что среда, четверг, пятница, по-моему, 3 дня, кажется, можно туда приходить. И на обратном пути мы говорили с подругой, она рассказала, что у нас есть такой социальный дом недалеко, в нем получали квартиры люди, которые, ну, в каких-то условиях жили, в хозяйских домах там, или, скажем, кто-то член семьи инвалид. И там у них, оказывается, внизу, я всегда видела, что там выставлены какие-то работы, какие-то тоже вот скульптурки сделанные, какие-то картинки, что-то еще, декупаж какой-то. И я думала, что это только для тех, кто в этом доме живет. А оказывается, нет, моя подруга, она сейчас на инвалидности, и она искала, чем себя занять. И сходила туда и выяснила, что прийти может, в принципе, любой желающий, вот у кого есть свободное время. И кто хочет чем-то заниматься, там как бы кружки для взрослых. Они бесплатные, даже материалы там во многих кружках предоставляются. То есть тебе не надо будет покупать, например, масляные краски и холст. И ты можешь попробовать себя в каком-то творчестве. Это я к чему? Это я к тому, что у меня вчера была депрессия по поводу того, что я ничего не творю такого вот. Мне вот было бы интересно, хотя мне кажется, что я не смогу научиться, что это слишком сложно, это должен быть талант. Вот у меня такое какое-то убеждение, вот, чтобы рисовать или лепить там что-то, или заниматься декупажем. Но почему бы не попробовать, если есть такая возможность? Так что тоже вот стоит только подумать, и информация, мир тебе посылает как бы информацию через какого-то человека, через какое-то, может быть, видео ты смотришь и тоже что-то узнаешь. А она, кстати, узнала о этой выставке в музее из ТикТока. Вот на что мы считаем, что ТикТок бесполезный и его только смотрит молодежь. Оказывается, даже через него можно найти какую-то информацию. Ну вот как-то так. Такое у меня сегодня для вас видео. Надеюсь, было интересно. До новых встреч. Пока-пока.